Всем привет, любители колес! Я приветствую вас на нашем канале. У нас давненько не было выездов, и сегодня мы решили это исправить. Мы собираемся разношерстной командой, то есть будут абсолютно все разные автомобили, начиная от пузатеров, заканчивая сильно подготовленными машинами, и отправляемся в Борисовский лес. Но это лес, где мы катались не тормози. Кто докуда доедет, у кого докуда хватит смелости, посмотрим. В общем, наливаем чай, готовим вкусняшки. Ну а мы погнали. Он не погрязит, поехал. Ну, давай туда. Мы ждем. Пойми, они, Саня, они ради тебя даже остановились. Перекрути только крюк. Любители колес, в последнее время мы очень часто стали ездить в другие города на соревнования и постоянно проезжаем через Москву. Когда мы возвращаемся, наша машина, соответственно, похожа просто на ком грязи. И судьба нас свела с такими парнями, которые занимаются детейлингом. Собственно, их сервис Авто 3000, он делает нереальные вещи. Когда мы загоняем к ним машину, она оттуда выезжает просто конфеткой. Что самое главное, они ведут соцсети, как Инстаграм, Телегу, Контакт. Вы можете обязательно там перейти к ним, посмотреть на их результаты. Еще они делают такую фишку, то есть загоняем к ним машину, они половину чистят, там моют, полируют, бронепленку наклеивают, а остальная часть остается грязной. То есть мы приходим, смотрим на результат, просто офигеваем от того, что они сделали, и потом уже доделают вторую половину. То есть это, кстати, еще такие залипательные видюшки, так что можете переходить, там подписываться обязательно и смотреть, как они делают. Волшебство они делают, дорогие друзья, как для себя, это очень важно. Обязательно переходим, добавляем закладочки, потому что, ну, мало ли, мы вот тоже, откуда мы знали, что мы будем ездить постоянно через Москву и познакомимся с ними. То есть, ну, не было такого, а тут теперь у нас есть друзья, куда мы можем заехать спокойно. И вы, может, когда-то тоже поедете, заедете к ним, сделаете. А если вы живете в Москве, то можете спокойно ехать к ним, потому что вы отдаете машину в надежные руки. В общем, все ссылки будут в описании, обязательно переходим, подписываемся и наблюдаем за их работой. Чё ж ты делаешь-то? Смотри, даже не вывешивается. Бампер уткнул! А, уже отстегнул! Выезжай назад! А, подожди! Ну, я как бы починил немного, но не сильно. Нет, ты вот плещет, если вот только туда заходить, грязь. Я просто вперед. Ему там будет минуту назад. Вывесился. Как бы, наверное, все. Все, назад. Отчаянный парень. Слушай, у него тут тросов больше, чем у внедорожников. Все, вперед-назад тянули. Шакл всяких разных. Ты гляди. Вот это вот серьезный подход. Даже лопат есть. А это не палатка, случаем, лежит? Нет. Саш. На что ты надеялся? Проскочить вот сюда. А что, назад не вариант?
вперед здесь я тоже не слезу. Хотя бы вот так вот проскочить, ну, прямо. Ну, нормально все. Попытка, не пытка, что? Тебе духа джипера больше, чем во многих. Лёх, там сзади как? Стой, 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 стой! У тебя там нормально все, сухо пока? Пока да. Жизнь идет, дверь не открывай там. А у него там есть спереди петля? У него? Вот крюк как раз, его надо открутить будет. Ломку в багажник. Это может быть. Тебе и так лопаты. А в любом случае, отпускать надо, чтобы спереди. Ты чё, что здесь глубина такая не слабая? Да, вот сюда. Как удобно здесь мастер. Он дверьми там не цепляет, нормально все? Не, нормально идет. Так, а сзади как дела? За ним можно уже на Жигулях проезжать. Даже порогами не чиркает, идет. Едем, едем в соседнее село, да? На дискотеку. Где-то сантиметров 30. В ступеньку уперся. Ты ее все срывать будешь? Ну, видимо, да. Закрой окно, окно, закрой, окно, окно, окно. Почти вылез. Смотри, какой хороший заезд я сделал, а? Теперь никто не будет утыкаться в эту ступеньку. Сань, ты прям дорогу остальным сделал. Реально, ты посмотри, что там. Интересно, он травился? Нет? Пока хорошо идешь, нигде не цепляешь. Сейчас чуть-чуть газка дай, чтобы заскочить. А вот зря, надо было до конца. Давай, 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 чтобы не соскользнул. Соскользнул. Там берез помешал. Чуть-чуть, да. Хорошо проходишь. Тут сам решай, я тебе не могу сказать. Я бы через грязь, наверное, поехал. Главное, газ на горке не отпускай. Диагональ небольшая. Диагоналка небольшая. Стоп, 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 все, хорош, тебе хватит. Руль прямо сделай. Ты упираешься в кочку. Сдавай назад, 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 назад. Еще, 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 еще. Хорош. И руль чуть-чуть вправо выкрути, вправо. Вот так вот, давай, газуй. Во, красавчик. Так, пока мы здесь на Субаре баловались, точнее Субарь баловался, подъехала Нива на турбине. Это новая Нива, которой еще нигде не было. И вот сегодня посмотрим, как она будет ехать. Составит ли она конкуренцию в дальнейшем царь Ниве. Так, патриот, патриот. Давай вот здесь выскакивай, через грязюльку.
Зря открыл, сейчас налетит. Прям газ по вас, дай, ты выскочишь. Сейчас зацепим. Дальше, видимо, все. Не хватило немного. А у него с той стороны провалилось в эту какую колею. Он накопал ее еще и бампером уперся. Так что теперь не вариант. Он уже не сдернется. Ну я обманулся, значит. Вот эта труба спереди мешает. Бляха. Все, хорош. Ты трубой упираешься, вот у тебя спереди труба, чисто ей. Вопрос такой, лебедка рабочая? Ее раскрутить? Надо под капотом? Там просто масса. Картину видел, бурлаки на Волге? Вот каждый выезд у меня эта картина. И вот сзади тоже эти же трубы. Вот они. Из-за них упирался. Соответственно, и висел тоже на них. Следом за патриотом поехал саненок еще один. Тут уже резина позлее. Он, походу, так визуально даже повыше, у него нет подножек. Должен зайти хорошо. Так, видимо, все. Все, не копайся, ты приехал. Все отлично, ты сидишь. Я сижу? Да. Так, вопрос другой. Крюк у тебя с этой стороны? Да. А, уже приделал? А, все есть? Не, я просто представил, что мне надо как-то туда залезть. Так, вопрос другой. Кто дернет саньон? Разулся. Да. Блин, печаль, беда. У тебя лебедка херовая, насколько я помню, да? Ну да, я контакты почистил, вроде работает. Лебедкой? Или кого-нибудь другого попросить? Ну и давай лебедку попросим. Ну ладно, оставь. Тем более у тебя там трос металлический, ну его нафиг. Крюк у него оторвался. О, сильно раздуться. А тебе как можно раздуться, не сильно или слабо?
чем раздулся. Я, наверное, когда ударился сюда. Да. А у тебя скорость вылетела еще? Да. Обидно. Хорошо, заходи. Блин, обидненько, он бы выехал. По крайней мере, он бы, наверное, больше всех выскочил. Это походу лебедки так включаются на пневматике. Центральная система подкачки. Здесь была лужа? Тут, если что, вообще сидят многие. Спустил, да, 0,8 с полутора. А, ты сейчас подспускался, да? Не, мы сначала подумали блоки. Блоки тоже на пневмо? Блоки нет, самоблоки. Самоблоки? Короче, здесь, если пневмоблоки ставите, кастомные палки спереди, сзади стоят, рвет блокировку, блокировка не держит. А нормальная блокировка стоит сотку, я пока решил ограничиться самоблоком. Редуктора руль. Да. Лёха, а понижение какое? 5,1? Редукторах 1,3 и пара 4,44. И раздатка 3,0. Короче, получается, у тебя 3 понижения теперь. Да. Не 2, а 3. То есть. Вроде а как она по дороге едет вообще? Вообще вот так вот. Давай в обратку. Давай. Так, Лёха раззадорил своей Нивы, в принципе, всех. Все, даже Ванёк полез сюда. Посмотри на лицо Вани, он вообще без эмоций. А назад не сдашь? Ну, в итоге пришлось на лебедочке. Если Нива здесь проедет сейчас, ну да, оранжевая, у вас заводы Нижнего Новгорода должны немножко приуныть. Лёх, Нива проедет? Я не знаю, ну мне кажется, да. Скорее всего, да, чем нет. Я говорю, его бы с Антохой поставить рядом, посмотреть, как поедут. Просто разница будет большая или нет. Так, друзья, сейчас самое время поставить на паузу и написать в комментариях, сможет он сейчас проехать здесь или нет. С первого раза, по крайней мере, или там с второго, с третьего. Так, все заходит. Первого.
Прикол, конечно, да? Дэн, вы какую-то дичь вообще пригнали. Давай для закрепления на свою загоняй. Ну, чтобы вы сверху по ней проехали. Ну зачем? Нет. Ну вот здесь вот сможешь пройти? Я столько стравлюсь. Травить, травить. Чё, как? Вопрос отложим на потом. По поломкам, что ли? Да. Слушай, мне кажется, ты когда наверх заезжал, ты процентов на 20 от всей мощности. Она, ну, даже вот это... Так, чисто... Знаешь, я почему с первого раза не заехал? Первая пониженная очень короткая. А я понял. Просто она не колеса медленно крутились. Не раскидывает грязь. Да, он не чистится. Просто их замыл. Я вторую включу. Ну, надо, в общем... А на второй вообще хорошо идет, да? Я еще не знаю, это первый выезд. Вот. Мы же даже... Ладно, второй вопрос. Поломки откинем. К воде, к воде. Как вы относитесь к воде? Херово. Я Ниву Пронто тогда утопил на этих бродах. Два аккумулятора, один замкнул у меня, второй новый уже сдох, почему-то там какие-то теперь проблемы с электропроводкой. Эти вентиляторы сдохли, генератор сдох, все сдохло, короче. У вас есть... вода бракованная. Если сменить, смените воду. Дистиллированную надо. Вот. Дистиллированную воду, если вы зальете, то можно. Смотри, я здесь задел, да? Немножко.